Ладно, знаю я, как вам помочь. У меня есть одно волшебное средство. Блин, задолбали мне ее цветы. Который раз я уже их поливаю. Ты, Леночки, не имется. Все ей помогает. Все на месте не сидится. Все надо что-то делать. Запарила она уже у меня. Сколько можно? Когда уже этот доктор придет? Такая погода на улице хорошая. Когда уже эти 15 дней карантина закончатся? И нам можно будет на улицу выходить. Ладно. Блин, я уже по машине своей соскучился. Как она там без меня поживает? Ух, чё ты такой грустный, а? Нормально я, чё и грустный. Все мои цветочки пополивал. Да меня достали уже твои цветочки. Сколько их уже поливать можно? Ну подумаешь, помог чуть-чуть. Кстати, там на балконе еще надо немножко помочь, а? Да, Леночка, слышь, отстань, дай отдохнуть. Тебе постоянно помогать только и помогай. О! А кто это там, Леночка? Ты что, кого-то ждешь? Да нет, вообще-то на дворе карантин. Вообще посещения всякие запрещены. Ну иди проверь тогда, я тут посижу. Кто там? Уже соседи какие. Иди посмотри. Ладно, схожу. Толик, это походу доктор пришел снова. Наконец-то доктор пришел. Леночка, открывай давай быстрее. Хорошо, хорошо, открываю, открываю. О, здравствуйте. Что вы творите? Успокойтесь, стойте, все, у нас дезинфекция проводится, мы все в порядке, мы все соблюдаем, у нас все в норме, не надо нам этого. Ничего страшного, бдительность не повредит, мало ли какие у вас тут бациллы летают, вы же еще контрольную проверку не прошли. А вы просто где-то долго ходили, никак до нас не могли дойти. Вот я пришел, будем сейчас проверять. О, отлично. Толик, иди сюда. Походу, это проверка. Наконец-то. О, здравствуйте, здравствуйте, доктор. Мы вас уже заждались. Это точно. Толик, здравствуйте, здравствуйте. Так, рассказывайте мне, как вы здесь соблюдали карантин? На улицу не выходили ли, а? Я ни при чем, сам объясняйся. Фу, ну вроде почти около дома добрался. Блин, менты едут, нас маты! Блин, не успею, сейчас же споймают, что придумают? А! Здесь спрячем, кого пакет! Ну что, вроде пронесло. Все, надо быстрее домой. Фух. Вот это поход в магазин, вроде не попалили. А, не-не, доктор, не нарушали. Соблюдали ваши указания, как вы все говорили, делали. Да, честно, дома сидели. Так, ребятушки, вижу, вы молодцы. Так, ну что, как обычно начинаем с девушки. Нужно померить температуру, держите. Доктор, а ничего страшного, что у вас совсем советский градусник? По-моему, уже бесконтактные есть. Мало ли кто мерил тут температуру, сейчас еще заражусь. Так, девушка, я не понял, что это вы тут возмущаетесь? Между прочим, я его спиртиком обрабатываю после каждого пациента. Понимаете, или тут попридумывали пикалки китайские, нерабочие, через раз каждого мается. Советский-то надежный, понятно вам? Давайте быстренько мерите, а то я сейчас вас... список занесу на продление карантина. Доктор, доктор, вы что? Какое продление? Вы что? Конечно же меряю, вам-то лучше знать. Так, все. Так, Леночка, давай хорошенько меряй, чтоб с первого раза результат хороший был. Не так, как с тестами на вирус. Так. Все, девушка, пару минут хватит, давайте сюда. Оп, а то вы там своими глазенками сейчас сбавите мне градусник. Так, 36,8. Ну, пойдет. Так. Все, молодой человек. Вот я вам сбил, держите. Давайте. Так. Сейчас померяем. Доктор, я думаю, мне хватит. Я даже не сомневаюсь в результате. Нате. Давайте. Посмотрим. Что там у него? Покажите, доктор. Так, девушка, успокойтесь. Ну, покажите, я же хочу посмотреть. 38, что ли? Вот. Нет.
36,6, как у космонавта. Все отлично. Здоров как бык. О, класс, супер, доктор, карантин закончен, ура! Так, я не понял, что это за реакция? Доктор, не обращайте, пожалуйста, внимания. Это у него помутнение рассудка на фоне того, что он сидит так долго времени дома на этом карантине. У него там столько работы просто якобы было. И сейчас его немножко клинит. Ну ясно все. Так, девушка, вам говорю, передадите. Хорошо. Это никакой не конец карантина. Мы всего лишь послабляем вам меры пребывания карантина. Карантин еще не окончен. Но теперь, так как вы здоровы, вы можете выходить на улицу. Понятно вам? Но не забывайте про средства защиты. Обязательно, хорошо. Мы будем и обрабатывать все, и маски, все, перчатки, все как надо будет. Точно передадите этому неуравновешенному? Обязательно. Так, все, у меня еще пациенты, я опаздываю. Все, не болейте, удачного дня вам. До свидания, доктор. Так. Чем бы мне таким заняться? О, я ж только недавно про машину вспоминал, как я соскучился. Толик, я тебя поздравляю с послаблением карантина. Теперь нам можно будет выйти и не бояться в магазин. Леночка, какой магазин? Ты меня запарила здесь со своими стёбами и приколами. Во где сидишь. В смысле запарила? Я домой, Леночка. Все, пока. Все. Мой дом родной меня дождался. Все, Леночка, чао! Обалдеть! Что он себе позволяет? Я его тут кормила, поила, спать укладывала. Он высыпался сколько хотел. Ребят, ну скажите, что это несправедливо. Не, ну я понимаю, что немножко и постебалась я над ним. Но ничего, зато вам было весело. Ага, домой сбежал. Что мне такого придумать? Кстати, у меня гениальная идея. Сейчас позвоню своей знакомой медсестре. Свобода! Свалил наконец-то от Леночки. О, машина моя! О, миленько! А как ты тут 2 недели без меня? Ты хоть заводишься, а? До дома меня довезешь? Класс! Ну все, ребята, погнал я домой. Да, скоро медицинская помощь слушает. Алло, здравствуйте. Ах, да, добрый день. Как давно вас не было слышно? Ой, да, знаете, мы немножко отсутствовали. А потом этот карантин 2-недельный. Но знаете, мне реально сейчас нужна очень ваша помощь. Ну давайте, рассказывайте, что у вас там случилось? Знаете, к нам сегодня приходил доктор, и нам немножко послабили наш карантин, нам разрешили выходить на улицу. А вы знаете, что Толик сделал? Он просто как бешеный стал, как только услышал эту информацию. Он быстро собрал все свои вещи и уехал. И представляете, что он не надел ни маску, ни перчатки. Это же настолько опасно. Тем более он так импульсивно убежал. Я серьезно, я думаю, что к нему надо заехать и что-то придумать. Ладно, знаю я, как вам помочь. У меня есть одно волшебное средство. Отлично, замечательно. Большое, огромное вам человеческое спасибо. Я просто знала, что на вас можно положиться. Только у меня к вам убедительная просьба. Как только все сделаете, обязательно мне сообщите об этом. Хорошо. Хорошо, все, спасибо. Спасибо вам еще раз. Отлично. Толичек, жди теперь от меня сюрприз. Я с тобой точно в этот раз разберусь как следует. О, супер! Домик мой родной! Наконец-то я до тебя добрался! Ой, сейчас отдохну без Леночки! О, мой любимый диванчик! А, никто меня хоть доставать не будет! Ой, сейчас повеселюсь здесь один! Ох, до боли знакомые места! Нормальные люди сидят дома на карантине, а мне приходится по этим квартирам ходить. Ну, раз уже обещала этой девушке, ладно, утихомирю я этого мачо. Я не понял, что за ерунда стоит там? Пойду гляну, блин. И кто это пришел, блин, ребята?
Надеюсь, это не Леночка, я ей точно не открою. Опачки! Вот это сюрприз на сюрприз! Ах!